совместное предприятие холдинга Nurol с BAE Systems, оборонная система FNSS является лидером в проектировании и производстве гусеничных и колесных бронемашин и боевых систем. Комплекс FNSS, расположенный в Анкарском районе Гёльбаши, приступил к производству в августе 1991 года. Еще в первый год своей деятельности предприятие в рамках протокола, заключенного с Управлением по оборонной промышленности, начало производство 1698 бронированных боевых машин в четырех различных конфигурациях и 551 улучшенного бронетранспортера. Проект был завершен в 2004 году. Предприятие FNSS разработало различные конфигурации машин и создало широкую семью бронированных боевых машин в свете требований и потребностей своих клиентов. FNSS на базе разработки и производства боевых бронемашин разработала серию машин FNS Akinji. Благодаря своей высокой противобаллистической и противоминной защите и наличию большого внутреннего пространства повышенной грузоподъемности, бронемашина Akinji становится идеальной платформой для выполнения различных задач. Боевые бронемашины Akinji доказали свои лучшие качества в интенсивных операциях, в мирных и миротворческих операциях ООН и при асимметрических угрозах. Бронемашины, произведенные на предприятии FNSS, были использованы турецкой армией, армией Объединенных Арабских Эмиратов. Они преодолели тысячи километров расстояния в Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и Афганистане и получили высокую оценку операторов. FNSS в начале 2000-х годов разработала 6- и 8-приводные тактические колесные машины нового поколения PARS. При производстве машин PARS применялась новейшая технология. В связи с положительными характеристиками себестоимости и логистической поддержки, машина стала более удобной для удовлетворения операционных потребностей в соответствии с военными стандартами и получила потенциал дальнейшего развития. Как дополнение к боевым гусеничным машинам, проданным другим странам, версия AV-8 тактической бронемашины PARS стала предпочтением армии Малайзии, и в эту страну осуществлена поставка 257 машин в 12 конфигурациях. Данный проект также является крупнейшим разовым контрактом Турции по военному экспорту. Плавающие мобильные наступательные мосты «Самур» являются первой автотранспортной машиной местного проектирования. Амфибийная инженерная машина была запроектирована инженерами FNSS на основе технологии бронемашин PARS и предназначена для быстрой переброски механизированных частей через реки и мелкие водоемы. Предприятие FNSS в 2009 году подписало контракт с Управлением оборонной промышленности о строительстве 12 амфибийных бронированных боевых и инженерных строительных машин «Кундуз». Предприятие в рамках данного проекта подготовило дизайн гусеничного плавающего бульдозера и завершило поставку в 2012 году. Также в 2011 году был подписан контракт о разработке платформы 35-миллиметровых лафетных противовоздушных оборонных систем «Коркут», в котором акционерное общество «Асиасан» выступало в качестве основного подрядчика. Предприятие FNSS демонстрировало свои возможности и в разработке и производстве башен и систем вооружения. Башенная система снайперского типа и дистанционного управления оснащена стабилизационным оборудованием, современными системами контроля огня и приборами ночного и дневного видения.
Наряду с производством новых машин предприятие занимается и с модернизацией машин М113 в свете требований современности. Также предприятие имеет возможность интегрировать к модернизированным машинам различные системы оружия и функции для удовлетворения операционных нужд потребителей. Предприятие ФНСС придает большое значение развитию местной промышленности по производству комплектующих. Более 100 предприятий получили поддержку ФНСС по вопросам тренинга, сертификации качества, приобретения станков и оборудования и повышения качества товаров и услуг до уровня требований военных закупок НАТО. Предприятие таким образом помогало увеличению доли местного производства до 80% и способствовало развитию турецкой оборонной промышленности и малых и средних предприятий. ФНСС в 1998 году приступила к производству бронированных боевых машин, усвоила принцип работы в качестве структуры сухопутных сил и со временем превратилась в национальное учреждение, которое в состоянии проектировать и производить самые различные системы для сухопутных войск и предоставлять тренинги и интегрированную логистическую поддержку. ФНСС в первые поры деятельности осуществляло производство под лицензией, а за короткое время оно фокусировалось на оригинальном проектировании и в рамках закона номер 5746 получило сертификат научно-исследовательского центра от Министерства науки, промышленности и технологии Республики Турция. ФНСС имеет сертификат гарантии качества AQAP-2010, отражающие самые высокие стандарты НАТО и сертификаты, выдаваемые со стороны Lloyd 9001-2008 и EFQM. ФНСС в результате своей кропотливой работы получила международное признание на мировых рынках и создала экспортный потенциал для Турции на сотни миллионов долларов. ФНСС и в дальнейшем будет поставщиком боевых сухопутных систем номер один для турецких вооруженных сил и предпочитаемым местным поставщиком для других войск мира.